Погода в последние дни остается в центре внимания. Ее кидает из крайности в крайность. Спасатели то и дело распространяют экстренные предупреждения. Только закончилось одно по сильной жаре, как объявлено, и сохраняется другое по комплексу природных явлений. Сегодня и завтра жителям края стоит остерегаться сильного дождя. Сопровождать его будут гроза и, возможно, град. А ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Кроме того, на Черноморском побережье есть вероятность смерчей. В Анапе из-за ненастья запретили выходить в открытое море на надувных матрасах и катамаранах. Краснодарцам тоже необходимо быть внимательнее. В любой момент погода может испортиться. Жителям и гостям края также рекомендовано соблюдать особую осторожность.